сейчас мы получили тот пример, как должен поступать каждый гражданин, который осужден невиновно и который не чувствует за собой вины. И имея некий отклик на слова зампредседателя Верховного суда о количестве обвинительных приговоров в России, который заявил, что их просто не обжалуют, и люди соглашаются со своим обвинением, мы сейчас увидели по делу Черновец пример, которая не согласилась с этим обвинением, прошла судебные инстанции и восстановила справедливость в свое доброе, честное имя.